Всем здравствуйте! Сегодня мы с вами продолжаем готовить простые, полезные и вкусные рецепты. И сегодня я вам покажу, как приготовить баклажаны, чтобы их ели с удовольствием даже те, кто четко для себя решил, что баклажаны – это не мое. Попробуйте! Такой рецепт приготовления баклажанов заставит вас усомниться в принятом решении. Итак, готовим рулетики из баклажанов. Этот рецепт отлично подойдет в качестве обеда, ужина и даже праздничного блюда. Для рецепта нам понадобится болгарский перец, в зависимости от размера 2-3 штуки, баклажан 2-3 штуки, 1 головка чеснока, укроп грамм 50 или любую другую зелень по вашему вкусу, 1 столовая ложка лимонного сока, розовая гималайская соль, пол чайной ложки, свежесмолотый черный перец. И основным ингредиентом для нашего соуса будет паста семян тыквы из Дома шоколада, которая придаст нашему соусу нужную консистенцию и вкус. Приступаем к приготовлению. Овощи я уже хорошо промыла. Теперь нам надо их почистить, порезать пополам. И после мы запечем в духовке. Для этого я режу перцы вот таким образом пополам. Очищаю от семян. Семечки нам не нужны. Нам нужен только сладкий перец. Паприка – та самая вкусная запеченная, которая придает соусу именно такой немного сладковатый такой привкус. Наши перцы готовы. Так, будем ставить их в духовку, а чеснок просто поставим и запечем целиком. Теперь выкладываем наши овощи на антипригарный коврик. Овощи ставим на 180 градусов в разогретую духовку примерно на 30 минут. Пока пекутся овощи, готовим наши баклажаны. Для этого мы их очистим от кончиков. Начинаем нарезать тонкими пластинами. Для этого нам понадобится очень острый нож, чтобы нарезать тонко и аккуратно. Так, первый баклажан готов. Второй. Готово. Будем обжаривать наши баклажаны на антипригарной сковороде без масла. Наш перчик и чеснок уже готовы. Теперь нужно очистить их от кожуры. Кладем наши ингредиенты в блендер для приготовления соуса. Кладем лимонный сок, розовую гималайскую соль и свежесмолотый черный перец. Далее я нарежу укроп для того, чтобы он лучше перемололся в блендере. Часть укропа я оставлю для украшения, а часть я мелко нашинкую. И последним штрихом к нашему соусу мы добавим пасту из семян тыквы. Ой, какой аромат! Какая консистенция! Почему лучше использовать именно пасту? Потому что, во-первых, она готовится на каменных жерновах, а во-вторых, она имеет именно ту мягкую текстуру, какую мы не получим, если мы добавим тыквенные семечки просто и взобьем в блендере. Такого у нас не получится. Попробуем наш соус. Идеально. Здорово. Очень вкусно. Паприка, тыквенные семечки. Это супер сочетание. И последним этапом мы будем смазывать наши баклажаны соусом и заворачивать в рулетик.
Наши рулетики готовы. Теперь можно пробовать. Всем приятного аппетита! Это восторг. Мужья будут точно восхищены этим блюдом. И только подумать, без масла такие вкусные рулетики с таким соусом — это волшебство на кухне. Творение прям. Вкусно. Благодарю всех тех, кто был сегодня с нами. И до следующей встречи.